В Алтайском крае снизилось количество больных ОРВИ и гриппом. Об этом нашему телеканалу сообщили в региональном Роспотребнадзоре. За прошлую неделю число инфицированных составило 14 тысяч человек. Это цифра ниже эпидемического порога на 3%. Большая часть заболевших – дети. Напомним, карантин по ОРВИ и гриппу сохранялся на всей территории края почти месяц. А в конце февраля в связи со снижением заболеваемости ограничительные мероприятия в образовательных и медучреждениях были сняты.